Другим темам. 18 миллиардов тенге требуется на устранение последствий аварии и обеспечение бесперебойной работы Петропавловской ТЭЦ-2 в следующем отопительном сезоне. Сумму озвучили на заседании областного общественного совета. Там подчеркнули, если сейчас не начать реконструкцию и строительство новых объектов станции, то уже через 3 года теплоэлектроцентраль не сможет обеспечить город теплом. Напомню, авария на ТЭЦ произошла 20 марта. Частично обрушилась одна из 3 труб. В итоге были приостановлены котлоагрегаты первой очереди. Авария вскрыла немалые проблемы стратегического предприятия. Общий износ основного оборудования там составляет 60%, по отдельным котлоагрегатам 73%, а турбинам 82%. Отмечу, уже в этом году строителям могут не дать разрешение на подключение новых домов к инженерным сетям из-за дефицита мощностей. Планируется примерно 15 апреля начать работы по демонтажу первой трубы, после чего также будет проведено обследование и разработка проекта строительства новой дымовой трубы. Ориентировочные сроки строительства — конец 2023 года.